С 14 по 18 марта в городе Нягань прошло первенство Российского студенческого спортивного союза по боксу среди юношей 2007-2008 года рождения. Более 100 спортсменов из 6 субъектов Российской Федерации стали участниками соревнований. Спортивное мероприятие в городе Нягань проводится впервые и является отбором на первенство России. Поселок Березово представляли 2 спортсмена. Сефибек Исрафилов, который по итогам поединков занял первое место и получил путевку на первенство России, которое будет проходить в городе Анапа в мае 2021 года. Первый бой у меня был в Свердловской области, второй бой у меня был Ханты-Мансийский автономный округ, а третий – Кемеровская область. Все боксеры разные, бывают ударники, технари. Из-за этого получил от каждого опыт, как нужно работать. Второй спортсмен – это Иван Проводников, занявший третье место, у которого в апреле 2021 года на первенстве Уральского федерального округа в городе Магнитогорске будет еще один шанс получить путевку на первенство России. Наших спортсменов всегда поддерживает их тренер. Сефибек и Ваня, они начали заниматься очень рано, с первого класса. То есть каждый уже по 5-6 лет занимается у меня боксом. Ребята очень общительные, веселые. Компанейские такие, мне с ними не скучно на соревнованиях. Здорово, как бы, умеют дружить. К ним ребята подходят, приходят с ними общаться. То есть, уезжая, у них появились новые друзья. Это очень важно, когда ребята на соревнованиях дружат. Мне это приятно. Пожелаем нашим спортсменам удачи. Анастасия Князева, Роман Тягунов, АТВ «Березово». Репортажи АТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион».